За знания математики школьники в Дагестане заработали 600 тысяч рублей. В Дагестане подвели итоги Республиканской математической олимпиады среди школьников, которая прошла в стенах Дагестанского государственного университета. Победитель олимпиады получил сертификат на 300 тысяч рублей, а призерам вручили сертификаты на 200 и 100 тысяч соответственно. Дагестанец пахали свыше 170 тысяч гектаров полей. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, лидерами в настоящее время являются хозяйства Хасаюртовского, Кизлярского, Бабаюртовского, Ногайского и Дербенского районов. Напомню, что в текущем году в хозяйствах всех форм собственности республики пахотные работы намечено провести на площади более 350 тысяч гектаров, а яровой сев на площади более 200 тысяч гектаров. Дагестан поставили очередную специализированную технику для поддержания порядка на дорогах и придорожных участках. Отметим, что одной из важнейших задач дорожных служб по всесезонному содержанию дорог является борьба с влиянием климатических факторов на пропускную способность городских магистралей. Работы по содержанию дорог делятся на весенние, летние и зимние. В Махачкале на платных парковках появится 2000 мест. Трассами, где в ближайшем будущем появится сразу 2000 мест на платных парковках, станут, по информации Управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы, самые проблемные магистрали, наиболее загруженные машинами и с плохой транспортной пропускаемостью.